Всем привет, друзья! Вы на канале Дарина энд Анжела ТВ, и с вами, как обычно, Дарина. И сегодня у нас будет супер необычное видео. Сегодня мы будем строить ветеринарную клинику в зоомагазинчике для вот моих всех животных. Кошечки, собачки, змеи, кролика и хомячка. Но кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь, потому что сегодня будет очень интересно. Я взяла коробочку и сейчас отправляюсь в зоомагазин. Вот здесь вот я буду делать свою ветеринарную клинику. Вот. Давайте уберем все ненужное. Во-первых, нам не нужны уже вот эти вот расчески. У нас будут только вон те две. Мы ими будем вычесывать кошечек и собачек от блох. Вот эти вот две ванночки, зелененькую и фиолетовую, я оставлю. А вот эту... Ой, наоборот. Желтенькую и фиолетовую я оставлю, а зелененькую и розовенькую я уберу. И вот эти вот мыла, я думаю, тоже я оставлю. Но только просто вот их вот так на одну всех полочку, полотенечко вот сюда к расчесочкам, вот эти ванночки сюда, все, возьмем какую-то тетю, она сейчас заберет эти ванночки, все. Ну а кто хочет увидеть, какая у меня получится клиника, подпишитесь и поставьте лайк. Теперь заходим в театр, тут нам нужна коробочка, ну а также награды. Вот такие вот награды за лучшую ветеринарную клинику в городе. Вот, еще хочу взять вот этот автомат. А он сюда не ставится. Давайте возьмем кого-нибудь. Вот, например, такую бабушку. Кстати, училка из того легендарного шорца. Да-да-да, кто не смотрел, обязательно смотрим. Еще возьмем камеру, для того, чтобы мы могли фотографировать наших питомцев. Эту коробку туда поставим. Ну, типа, ее тут не было. Все, теперь идем, конечно же, в больницу, чтобы собрать все медицинские принадлежности. Вот, берем такие штучки, папочку, стоечку с карандашиками. Вот, давайте еще, может, вот это... А, тут нельзя коробку с масками взять, а жаль. Такую книжечку можно еще взять. Для этих... Укольчик обязательно, шприц. Что еще возьмем? Стетоскоп. Измеритель температуры, градусник. Ну, короче, тут даже электронный градусник. Возьмем побольше рецептов. И из них сделаем такие таблеточки. Жалко, что вот эту банку нельзя переместить в этот. Ну, вы поняли. Куда-нибудь, короче, вот так взять и переместить. Все, вот капли возьмем для глаз. Вот, таблетки такие. Пакетики обязательно. Также вот такие средства от блох. Мыло специальное. Расчески нам не нужно. Ну вот, не знаю, какой мы крем. Вот такой можем взять для шерсти, как будто бы. Вот, вот это вот все бинтики берем. Еще куча всяких штучек. Все, ключиком открыли и... Аптечку взяли и витаминки тоже. Вот такую еще возьмем. Так, ну тут вроде ничего интересного, кроме этого халата. Я его сама одела. Вот еще один этот берем. Давайте возьмем еще много рецептов для того, чтобы выдавать нашим посетителям, так сказать, все. Это закрыли. Ну это кресло нам не надо. Тут нам, ну в принципе, наверное, ничего. В принципе, наверное, мы отсюда... А, не, еще возьмем номерочки. Вот. И теперь заходим вот сюда, вот, вот здесь вот. Мы возьмем такой стакан и вот эти вот книжечки. Вот, не, ну миски мы, наверное, не будем брать с кормом, да? Вот такую переноску возьмем, ну и в принципе тут все. Так, все. Уходим, и теперь давайте, может, чуть-чуть что-нибудь расставим. Вот, вот эту крем вот сюда вот. Вот эту книжечку вот здесь вот расставим, витаминки на вот эту полку, средства от блох вот сюда, мылка тоже сюда, бинт, ну вот сюда можно, вот здесь вот еще будут какие-то принадлежности, ручечки, карандашики, вот это вот, я не знаю, что это за штука, но очень прикольная. Все таблетки сюда ставим, вот, еще такую штучечку, рецептику вот сюда вот поместим. Ну, я, кстати, у кого есть какой-нибудь питомец, вы ходите в ветеринарную клинику, не забудьте подписаться и поставить лайк. Да-да-да, вот еще берем вот эти вот всякие штучки. Номерочки вот сюда вот положим на вход. Пакетики можно поставить вон там. Там у нас большое пространство. Все, сюда награду ставим. Так, аптечки тоже. Так, ручка. Книжечку можем поставить сюда. Жалко, что мы... А, не, мы можем... Жалко, жалко, что мы сюда не можем притащить никакой стул, чтобы, ну, у нас, типа, владельцы питомцев тут сидели и отдыхали, так сказать. Стетоскоп, кубок вот сюда вот можем поместить. Это термометр электронный, стетоскоп тоже. А, то был не стетоскоп, то тоже какая-то штучка была. Таблеточки сюда ставим. Стакан, с чем нам стакан?
Ладно, хай там пока плавает. Таблетки всякие разные, укольчик. А, тут еще печенька. Значит, для меня. Вот. Это бабушка с фотоаппаратом и печеньками. Вот сюда вот. Все, еще один пакетик. Теперь давайте отправимся. Куда же мы с вами отправимся? Вот, в центр йоги. В центр йоги, вот он, здесь возле пекарни. Отправимся в центр йоги, тут нам нужен коврик. И вот такая подушечка еще возьмем. Польем, кстати, этот цветочек, тоже такая секретка интересная. Вот, все. Идем в наш... Девочка, ты как сюда зашла? Уходи, мы еще не открылись. Так, все, коврик давайте стелим, шприц ложим, капельки кладем. Вот, вот так вот у меня красиво получается. Если вам нравится, то не забудьте подписаться и поставить лайк. Давайте, тут нам нужна игрушечка такая, вот такая вот игрушечка. Также мне нужен самый светлый корм, для чего вы сейчас увидите. Вот такие вот лакомства возьмем, вот такой самый светлый корм это у нас. Пончики всякие, ну короче, всякие игрушечки разные. Вот. Вот, теперь берем вот этот корм и накладываем вот сюда. Вот это у нас будет не ванночка, а лоточек такой, ну, чтобы питомцы могли ходить в туалет. Вот, все, корм на место. Так, и вот эти вот вкусняшечки еще сюда положим. Игрушечка, игрушечка, не прячься, пожалуйста. Вот, так вот мы можем сделать эту игрушечку куда, ну, хай там стоит, декорирует. Вот, все, вот так вот у нас все будет прикольненько. Все, коробочку хоть держит девочка, теперь создадим врача и медсестру. Сначала давайте сделаем медсестру. Вот такая вот у нее будет темная кожа, вот такие глазки. Не прям такие, как у меня, только с голубыми тенями. Ротик какой-какой, вот такой можно, и ротик дальше. Ну, думаю, передние волосы вот такие, розовые, игульку, ну такую, только давайте, может, бирюзовый, да, давайте под цвет глаз сделаем вот такие бирюзовые волосы, шапочку медсестры, вот, ну она же там работает, потеет, да, и сейчас еще халат медсестры вот такой, давайте, может, ну не знаю, вот, красные туфельки, ну под красные туфельки лучше подходят те розовые волосы, ну красные, да, и глазки тоже вот такие вот, ну как у меня, теперь создадим врача. Кожа у врача будет светлая, ну такая вот можно. Глазки без ресниц, зелененькие такие. Причесочку давайте такую, вот такую вот. Вот черную это убираем. Усы с бородой вот такие вот. Не, ну такие нет, такая нет, это все нет. Короче, вот это самый топовый вариант. Ротик, ротик, а вот можно либо такой, давайте вот такой. А ну шапочка, я думаю, ему не нужна все-таки, да? Давайте ее уберем. А, и одежда. Одежда, а, тут вот, вот такие можно взять штаны обычные синие. Они такие вот лучше белые брючки. Вот такие вот кроссовки. Вот такой халат. И футболку нам еще надо. Такая нет, тоже нет. Давайте вот такую вот обычную беленькую. Все сохраняем. Не сохраняем, все, сохранила. Вот такие вот у нас... Медсестра и врач. Врач будет здесь. Он не может его взять. Ну ладно. Обойдемся. Медсестра вот тут будет. Теперь нам нужно принести питомцев из моего дома. Все. Наверх. Сейчас мы всех рассадим. Берем дяденьку с бассейном. Собачку, кошечку, змею, кролика, хомячка. Все. Все отправляются в ветеринарную клинику в зоомагазине. Вот. Было бы вот серьезно прикольно, если бы добавили в саму игру ветеринарную клинику и груминг-салон для питомцев. Вот. Хай медсестра вот так вот вычесывает песика. Дальше. Вот змею вот тут вот. Если вот эта вот классная идея, которую я вам предложила, то подпишитесь, поставьте лайк. И в комментариях тоже напишите. Вот кролик там будет сидеть, котик вот тут вот будет ждать. А хомячок вот здесь вот, ну просто ну, так сидеть. Он не может съесть таблетку, зато я могу съесть таблетку. Я не знаю, правда, зачем мне таблетка. Я же не болею. Ну, вот так вот у нас. Я еще съем печеньку и молочко выпью. Да-да-да. Ну и на этом все, мои дорогие друзья. Пока-пока. Я вас очень люблю. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Ну, а также смотреть мои другие веселые видео. Пока-пока.